Вы будете в шоке, если узнаете, чем люди подтирались до изобретения туалетной бумаги. Древние греки использовали небольшие овальные камушки. Уж не знаю, как камнем можно подтереть жопу, но тем не менее. А вот римляне оказались покруче. Они изобрели специальную штуку, которая называется никак. Это была обычная палка с прикрепленной на конце морской губкой, которую можно было помыть и использовать снова. Япония. Ну это просто трэш. Во-первых, скажу, что к туалету у них было особенное отношение. И у них были городские туалеты, которые располагались на верхушках моста. Ибо они считали, что сдабривать калом и мочой водоем означает повышать плодоносность рыбы. Внимание! Из этих самых водоемов вылавливали рыбу, которая у них же оказывалась на столах. Подтирались они маканами. Это такие небольшие дощечки, на которых сначала писали. Когда дощечка была не нужна, ей тупо подтирались. Вопрос: как, мать его, доской подтереть сраку?